А вот почему вы не от Black Star одеваетесь? Как бы вы же работаете. Не, ну я почему? Я одеваю иногда вещи, которые мне удобно, которые мне подходят. Угу. Как бы, ну, нельзя же как капусту на себя накинуть все. Это вы сейчас про Тимати насчет капусты? Нет, нет, прошу. Нет. Ну, у вас на самом деле, как пишут, самая лучшая ваша одежда — это то, в чем вы родились, потому что вы же все целиком разрисованы, да, и считается, что это ваш лучший прикид. Ну, у вас какой-то есть излюбленный мастер, которого вы набиваете? А, и у меня, да, у нас один мастер, причем с Тимом. С Тимати вместе? Да, да, у нас один мастер, да, я считаю его талантливым парнем, и не вижу смысла идти к другому. Нас познакомил Тим, кстати, тоже, да, ну, он себе бьет татуировку. Первая как, где была, кстати? На руке. Можете показать, да, первую, да? Я вот звезду Давида набил. Ну да, конечно же, тематически. И вот. Одесский рэп. А вот покрупнее, чтобы вот взяли. Угу. Вот. И Ариэлла — это имя дочери. Дочери, да. 27.07.11. Это дата ее рождения. Угу. Ну, тут. Так, а здесь что? Здесь лев. И что-то на иврите, да? Вот. Бог всегда со мной. Угу. Вот. Но... Я долгое время искал просто мастера хорошего. И мне, ну, естественно, кому... Как ни к Тиму обратиться, посмотрев на него, его работу, я бы сказал, знаком. Угу. А вот про Бога, это вы верующий человек? А, да, достаточно. Иудей? Иудей. Угу. Класс, здорово. А на другой руке что у нас? На другой стороне это, так, наверное, тоже вот... дань прошлому профессиональному так, спорту. Это животное? Это собака, питбуль в клетке, в ринге. Я не вижу, чтобы она была в клетке. В ринге, ринге, ринге. А, ринг. А, понял. Да. Угу. Подкова на удачу и рог изобилия на счастье для благосостояния. Тематически подобрано. А скажите, это вообще обязательно составная рэп-культуры? То есть вот может быть... Рок-культура, рэп-культура, неважно. Да, вот, ну хорошо, рок-музыкант может быть без татуировок, а рэпер может быть? Я думаю, что наоборот. Наоборот, да? То есть это для рокеров больше? Я думаю, что рокера, да, больше. А на каком... Первые рокеры стали бить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».